Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем вязать очень красивый узор. Этого узора я нашла множество названий. Астры, маргаритки, звездочки. Может быть, еще даже какие-то есть названия у него. Он действительно напоминает цветочную полянку. Узор несложный. Повторяется каждые 4 ряда. В двух рядах вывязываются цветочки, в следующих двух рядах те же самые цветы просто смещаются в сторону. А для узора мы набираем количество петель кратное 6, плюс 1 для симметрии. На маленьком образце я провяжу 3 раппорта, то есть здесь у меня набрано 3 на 6, 18 петелек, плюс 1 для симметрии 19, плюс 2 кромочные 21 петля. Провязываем установочный ряд, он у нас вяжется единожды, в узоре он не повторяется, он нам нужен только для того, чтобы начать узор. Кромочную во всем узоре первую буду снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Весь ряд вяжем лицевыми петельками. За передние, за задние стеночки значения не имеет. Мы в изнаночном ряду. Это первый ряд узора. Узор будет формироваться на лицевой стороне. Но отсчет мы начинаем с изнаночного ряда. Кромочную снимаем. Одна изнаночная. Следующие 5 петелек мы провязываем изнаночными. Но к каждой изнаночной добавляем один накид. Вяжем накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Это у нас раппорт узора. Одна изнаночная и 5 пар петель изнаночных совместно с накидами. И повторяем. Одна изнаночная и 5 раз накид с изнаночной. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять. 5 накидов. И последний раз. Изнаночная. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Одна изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять. Заканчиваем ряд. Одной изнаночной, набранной для симметрии, и кромочной петлей. Второй ряд узора, лицевой ряд. Кромочную петельку снимаем. Одна лицевая. Следующие 5 петелек у нас чередуются накидами. Лицевые петли мы временно переносим на правую спицу, а накиды скидываем. 5 петелек отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 петель, у нас они такие получились вытянутые. Мы их возвращаем на левую спицу. Подхватываем их правой спицей, все 5 петель. И вывязываем 5 новых петелек. Вытягиваем ниточку, не стягивая, в меру свободно. Вытянули петлю, сделали накид. Вытянули вторую петлю, накид. Еще одну петлю и набираем таким образом 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 вывязали 5. Сбрасываем их с левой спицы. И повторяем раппорт. Одна лицевая. Следующие 5 петелек освобождаем от накидов. Посчитали 5 штучек, да. Возвращаем петли на левую спицу. И снова из 5 вывязываем 5. Одну вытягиваем. Накид. Вытягиваем вторую. Накид. И завершаем еще одной петлей. 5 петелек. Получается у нас 3 лицевые, 2 накида. И последний раппорт у нас. Лицевая.
Дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Пять петелек. И из них вывязываем новые 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Заканчивается ряд у нас одной лицевой и кромочной петелькой. Третий ряд. У нас повторяются действия с одной лишь разницей, что цветочки у нас смещаются. То есть петля, одна петля, которую мы провязывали между будущими цветами, она у нас должна сместиться вот в центр этого цветочка. То есть она у нас будет вот здесь, вот из третьей петельки. Повернули вязание. Кромочную мы не считаем. И вяжем 4 изнаночных. Раз. Два. Три. Четыре. Четвертая петля – это как раз вот центр цветочка предыдущего ряда. И дальше повторяем рапорты, которые у нас были в первом ряду. 5 раз вяжем изнаночную, делая перед каждой накид. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. У нас центр цветочка, одна изнаночная без накида. И снова 5 изнаночных с накидами. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Оставшиеся петельки довязываем просто изнаночными. У нас лицевой ряд, это четвертый ряд узора. И провяжем 4 петельки, это у нас отступ для смещения узора. Кромочную сняли. Раз, два, три. Четвертая петля, это у нас центровая цветочка. Цветочка, который лежит рядом ниже. Провязали 4 лицевых. И дальше скидываем накиды. И набираем 5 лицевых петелек для будущего цветка. 5 вытянутых петелек. Возвращаем на правую спицу. И из 5 вывязываем новые 5 петель. Точно таким же способом. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше у нас одна лицевая посередине цветочка предыдущего ряда. И следующие 5 петелек набираем. Раз, два. Скидываем накиды, чтобы петельки были вытянутые. Будущие лепесточки. 5. Вывязываем из них другие 5 петелек. И ряд у нас заканчивается 4 лицевыми петлями. Раз, два, три, четыре. Кромочная петелька. Со следующего ряда узор повторяется. Напомню, что самый первый лицевой ряд мы его не считаем. Это был нулевой ряд, установочный. Мы повторяем с первого изнаночного ряда. Еще один рядочек провяжу вместе с вами. Кромочную сняли. Одна изнаночная. И к следующим 5 изнаночным каждый добавляем накид. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Одна изнаночная без накида. И снова 5 петелек изнаночных через накид.
и лицевой рядок еще провяжу, чтобы на маленьком образце тоже было хорошо видно узор. На этом все. Если понравился узор, ставьте лайки обязательно. Всем пока, до новых встреч!